От изобилия сортов сладкого и острого перца разбегаются глаза. Чтобы покупателю было легче определиться с выбором, прямо на упаковке производитель указывает, чем его семена лучше. Вот эти, например, плазменные, рядом с двойным сроком годности. По словам специалистов, все это не более чем маркетинговый ход. И выбирать семена следует совершенно по другим параметрам. Если указано, что семена F1, то такие семена, скорее всего, получены действительно путем гибридизации разных сортов, и они будут давать в дальнейшем растения, выращенные из этих семян, более высокий урожай. Гибриды, они более урожайные, более устойчивы к болезням. Но не нужно и отказываться от наших проверенных сортов. Те, которые садоводы уже выращивали и которые хорошо зарекомендовали себя в наших условиях. Вскрыли упаковку, внимательно рассмотрите семена. Они должны быть светлого цвета, без вкраплений, не сухие. Сломанные и потемневшие для посадки не годятся. Семена должны иметь целостную кожуру, семенную кожуру, и они должны быть выполненными, то есть должны быть полненькими и хорошо должен просматриваться в них зародыш. Для того, чтобы определить, семена схожи или не схожи, можно использовать старый проверенный дедовский способ. Берется столовая ложка соли, размешивается в стакане холодной или теплой воды, и туда высыпаются семена. Те семена, которые упадут на дно, те и используют для посева. Для того, чтобы избавиться от сопутствующих болезней, которые также могут храниться в этих семенах в виде спор, можно провести протравку семян. Для этого используют слабый раствор марганца, в который помещают семена примерно на час. На покупку посадочного материала можно и вовсе не тратиться, использовать семена из покупных голландских перцев. Как показывает практика, эти семена всхожи, а голландские культуры в уральском климате чувствуют себя нисколько не хуже.